команды по нескольким красным критериям. Это что же все-таки ребята смогли сделать за два дня, это раз. Второе, насколько проект все-таки может принести какое-то изменение для чего-то положительного в вашем обществе, в глобальном обществе вообще. И, наверное, как-то жюри все-таки смогло выбрать команду, основываясь на том, насколько вообще проект может быть жизнеспособным, учитывая другие критерии. Поэтому, начиная с третьего места, третье место команда получает вот такие вот футболки, которые указывают, что где делалось. Вот. И таким образом в этой экосистеме киевских стартапов все будут знать, что команда заняла почетное третье место. И команда это Велоком. Там большие, конечно. Excel надо, бери Excel, у меня футболка моя кажется. А вот покатаешься на велосипеде и... Спасибо, спасибо. Рома здесь тоже. Итак, второе место у нас получают официальные футболки от команды GeekList, которые были присланы буквально в пятницу через VHL из Парижа. И это команда Social Good Service. Вот тебе футбол. Да, спасибо. Если есть Excel, то возникает вариант. Но это уже от вас. Пожалуйста. Спасибо, да. Продолжайте проект. Кто побеждает? Ого! Подождите, станьте. Как вы можно? Пойдем. Ну, футболочку можно? Все, улыбаем. Улыбаемся, Маша. Экран был выключен вообще. И обязательно зарегистрируйте Achievement Card на Кирпинске, вы вас можете найти и посмотреть. Это я звоню с телефона. Так, хочешь объявить? Итак, первое место, которое получает возможность представить свой проект на предстоящей конференции IECEE, а также, ну вы, наверное, меня видели с паяльником, а также я сейчас как представитель Happy Farm объявлю, что мы приняли решение, ну поскольку не доехали официальные лица, что победитель этого хакатона также получит место, ну это как вот пропуск и свой столик, именно на, также на конференции, которая будет в декабре, это Venture Summit. То есть будет победитель идет и на IDC, и на Venture Summit. Итак, первое место идет команде под названием Venture Good. Шутка. Никол из Ми. Хочу всех поблагодарить.
внимание на то, что этот проект уже у нас участвует, стартап «Аллеи», и так как вас здесь уже четверо, мы дадим возможность, у нас стартап «Аллеи» предусматривает участие двух членов команды. Соответственно, что так совпало, что и здесь выбор пал, и наш экспертный комитет подтвердил участие вашего стартапа на стартап «Аллеи», мы дадим возможность еще нескольким участникам присоединиться на EDC и максимально использовать для себя, использовать нашу площадку для реализации вашей идеи. Спасибо. Я там пояснил, что EcoEasMe — это самый относительный tech стартап, и самых таких не вистачає в Україні, самых таких не вистачало на EDC, и я радий, что с каждым роком не стає все більше и більше и більше. От тому ми будемо дуже раді бачити EcoEasMe на стартапі 50-стартапі, які будуть цього року представлені на IDC 2013. О, так, от футболки. Ну, на этой веселой ноте ми можемо закрити этот уикенд, этот хакатон, я думаю, прошел успешно. В таком случае, от лица команды Startup Monthly и Geeklist. Хотел бы сказать, что это один из самых успешных хакатонов, которые Geeklist проводил, в которых я участвовал. Так что спасибо большое и Slams, которые организовали это все. И, конечно же, нашим девушкам, которые все смогли построить. И все отлично, все прошло. Спасибо, ребят. Спасибо. Там стрим идет. Видео снимай. Я вообще занимаюсь всегда.
До того работа в Я думаю, что это не так.
Давайте сюда, подтягивайтесь. Еще. Больше. Меня фотография кинула, уже на телефон. Вот так. Все, давай, еще спасибо. Что у нас это не возможно? А мы никуда не уходим. Если что, Сашу фотографа приглашаем. Показывайте у нас любые промо-видео. Да, я подниму интернет, обращаюсь на Я хочу, чтобы ты
Thank you.